Я дожую эту картошку. Давай, не успел. Давай про мочей. Сейчас, я пока дожевываю предыдущий ломтик картошки. Мы тут тусим, а вдалеке гремит гром, как по Брэдбери. Есть такая история у Брэдбери. Называется «Вдалеке гром». Ну, я, видишь, снимаю, я пока не могу. Да, так вот. Я как бы, меня мало. Давай про мочей. В общем, смотри, у меня всегда очень смешно над образами мужиков, которые там, типа мачо, там бороду, вот это, не бороду, не признаки, такие вот эти показные признаки, сейчас у нас мутились, маскулинности. Вот мне всегда ржачно, потому что на такие образы ведутся юные и психологически незрелые девки, которые об этих мачо обжигаются, а потом им становится нужна психотерапия. Сеансов это так, ну, не меньше 10. У хорошего психолога, угодного. У хорошего угодного психолога. А у негодного? У хорошего годного психолога один сеанс стоит 1005. И хорошо бы некоторым юным девушкам эту сумму, конечно, при себе иметь, потому что, ну, я это оплачивать не собираюсь. Девку, и она такая вся. Есть хорошая эта картинка в интернете, мем. Мем называется. То есть мем — это такая шутка в виде картинки. Там, значит, написано, он объяснил. Такая штука, что. Там вы собираете, типа, вы вообще намерены посещать там что-то психотерапевта, или все эти какашки будете на меня вываливать? А, там очень хороший вопрос для первого свидания, вот что-то такое. Суть такая. Сначала психотерапевта, потом свидание. Да, и серия, что вот вы занимаетесь. Я все крекеры слопала. Молодец, пятерка тебе. Надо урну придумать какую-нибудь. Или собираетесь какашку вываливать на меня. И вот у меня просто про всех этих мачо, про всех этих штуках, вот как бы это, они юных девок травмируют, и кто тут виноват, даже не знаю, что они вот на них ведутся, да, а потом, кто, кому потом... Романтический делать. Образ романтический такого образ, хулигана, вот симпатичного такого. Ну, это неправильно, это плохо. Хулиганы — это асоциальный, антисоциальный элемент в жизни. Так это же так романтически. Именно поэтому этот мир. Есенин кажется, был хулиганом, и он был таким бабником. Это был придуманный себе. Он придумал себе такой образ. И если, насколько я помню, Есенин, ну реально Сергей Есенин, как бы очень плохо завершил свои как-то. Некультурно завершил свой путь, но очень как-то крайне дискомфортно. Крайне дискомфортно. Это было мое мнение про мочей. Про мочей. Он разочаровался в коммунизме. А, разочаровался в коммунизме. Это глобально.